Кудрет Фитах получает письмо, которое напоминает ему о совершенном грехе, и после этого в нем одновременно просыпается доброта и злость. Кудрет просит Жанна найти его внучку, имя которой он еще не знает, и который завещал землю, не ведая ее настоящей цене. Фирах вынуждена покинуть стены детского приюта и вслед за Нарин и Каркмазом едет из Аданы в Стамбул, и таким образом начинается война за огромное богатство, о котором Фирах еще даже и не ведает. Енер и его мать Белькис стараются тайно открыть сейф отца. Из этого сейфа выйдет не только богатство, которое может уплыть из их рук, но и вражда, с которой, как они думали, уже покончено. Семьи, ненавидящие друг друга, злодейство, на которое люди способны пойти ради власти и денег. А посмотреть вторую серию турецкого сериала «Богатство» вы сможете уже 19 апреля. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!